во второй серии сериала «Лейла и Меджнун», что выйдет на экраны 10 сентября 2021 года, Искендер вынужден немедленно навестить приятеля. Оказывается, мужчина, настолько сильно взволновав своим поведением, что вызывал ряд подозрений в свою сторону. Не проявляя эмоции, ведя себя, как последний трус, тем самым заподозрил неладное. Разговор с доктором поможет немного прийти в себя, поскольку уже сейчас он начинает доверять окружающим и понять причину подобного поступка. Затем врач предупреждает, что электрошоковая терапия позволит не только прийти в сознание, но и даст ряд других положительных результатов, касаемо его здоровья. Далее он рассказывает о существовании доктора, кто обязательно возьмется за процедуру, но согласился ли сам Искиндер, чтобы рискнуть жизнью друга вскоре в помещении появляется загадочный старик, кто предупреждает об опасности, он категорически запрещает пользоваться способами, что подвергают человеческую жизнь к мучению. Рассказав о другом способе, как вывести пациента с подобного состояния, старец просто уходит. Чем закончится история, смотрите во второй серии сериала Лейла и Меджунун, что выйдет на экраны 10 сентября 2021 года.